Спорт день за днем представляет проект «Территория спорта день за днем». Санкт-Петербург – северная столица российского спорта. В каждом районе города есть площадки и арены, которые способны удивить. Мы расскажем, где можно полноценно тренироваться, не отходя далеко от дома и от места вашей работы. Московская площадь – это уникальное место не только для Петербурга, но и вообще в мире. Где еще вы найдете такой роскошный культурный комплекс? Почти 16-метровый памятник Ленину, окруженный веселыми чисто петербургскими фонтанами. Хотя Владимир Ильич поистине огромен, а кругом толпы народа, спешащего на метро Московское, на площади всегда очень и очень просторно. Это ведь вообще-то одна из крупнейших площадей Европы и мира, и, кстати, одна из самых красивых. Недаром она стала излюбленным местом встреч различных молодежных субкультур. Кто только здесь не толпился – реконструкторы, рэперы, ролевики, а в последнее время и практически регулярно в теплое время года – самокатчики и скейтеры. Парапеты и скаты площади – естественная среда их обитания. После реконструкции под фонтаны площадь стала похожа на огромный бассейн, то есть именно то, что нужно райдерам. К тому же здесь даже у новичков получаются исключительные фотокадры. Любой прыжок на фоне Дома Советов выглядит как кадр для исторической хроники. А в летнее время фонтаны делают обстановку совершенно улетной. Правда, райдеров признали не сразу. В конце 2000-х, а уже тогда на площади процветала сложившаяся райдерская культура, поступали жалобы на то, что скейтеры портят гранитные парапеты и создают опасность обрушения. Что ж, люди всегда создают какую-нибудь угрозу, не так ли? Может, райдеры и топчут ступеньки, но они же делают облик площади гораздо красочнее. А места здесь хватит всем. Для того Московская площадь и делалась такой большой. Помимо будней, здесь часто бывают фестивали, в том числе спортивные. В 2017 году «Спортдень за днем» следил за тем, как на Московской площади прошел старт Питер Стрит Геймс в рамках городского дня молодежи. Больше всего зрителей собрала тогда соревновательная зона BMX, скейта и самокатов. Предварительно записавшись, участники могли показать свое мастерство и выиграть призы. На другой стороне развернулась баскетбольная площадка под открытым небом. Опытные стритболисты учили любителей забивать трехочковые и делать дриблинг. Традиционные виды спорта на фестивале соединялись с новыми технологиями. Например, киберзона собрала вокруг себя любителей видеоигр. На импровизированной сцене собрались поклонники уличных стилей танца. Батлы не останавливались ни на минуту. А стоящая посередине площади сцена ждала вечерний концерт. Виктор Демидов, специальный судья площадки «Спорт один за днем», провел райдерские выступления. Совсем юные экстремалы, которым недавно исполнилось 10-12 лет, прыгали на самокатах с проворотом. Многие воспринимают южную часть Петербурга как один большой спальный район, не зная, как много здесь красивейшей архитектуры и уникальных мест для активности. Московская площадь совмещает то и другое. Культовое для нескольких поколений скейтеров место достойно большей загрузки событиями, и хотелось бы, чтобы со временем спортивных мероприятий здесь проводилось гораздо больше, чем сейчас. We'll be right back.